Всем доброго времени суток, с вами Светлана. Я сегодня покажу вам, как можно приготовить вкусный нежный манник без единого грамма муки. И для этого мне понадобится 200 грамм манки обычной и 500 грамм кефира. Перемешиваем все. Хорошенечко перемешиваем, чтобы не было комочков. И вот в таком состоянии необходимо оставить на 1 час, чтобы разбухла наша манка. Час прошел, манка разбухла, и теперь необходимо добавить 3 куриных яйца. Добавляем 100 грамм сахара. Добавляем 1 щепотку соли и пол чайной ложки питьевой соды. И все перемешиваем. При желании можно добавить ванилин. И теперь в тесто я добавлю клюкву. Вместо клюквы можно использовать любую другую ягоду. Формочка. Формочка у меня будет силиконовая. Я ее ничем не смазываю. Если вы используете не силикон, то смажьте маслом и присыпьте мукой или манкой. Наш манник отправляем в заранее разогретую духовку до 190 градусов. И выпекаться будет 40-50 минут. Вот такой вот манник у меня получился. В духовке он провел 50 минут, после чего я извлекла манник из духовки и оставила остывать в формочке. Когда манник остынет, тогда его можно извлекать из формочки. Он у меня слегка тепленький. Я его присыпала сахарной пудрой и сейчас вам покажу, какой он в разрезе. Вот такая вот красота. Это очень вкусно и просто. Готовьте и вы, и у вас обязательно все получится. До скорых встреч. Пока-пока.